В завершении выпуска о шестом рождественском благотворительном марафоне «Подари надежду». На этот раз наша съемочная группа побывала в гостях у 4-летней принцессы Майи Шишмаковой. Девочка очень рассчитывает на помощь кунгуряков в борьбе с тяжелым недугом. Диагноз Майи – детский церебральный паралич. Дарья Гребнева продолжит. Очаровательная и озорная Майя в свои 4,5 года до сих пор самостоятельно не ходит. Передвигается по дому ползком. Вся проблема в диагнозе – церебральный паралич. Его девочка получила впоследствии родовой травмы. Помимо нее в семье еще 2 дочки – сестра-близняшка Майя Валерия и 6-летняя Анжелика. Глядя на здоровых сестер, которые посещают садик, Майя надеется вскоре составить им компанию. Но пока же развивает ножки, посещая курсы реабилитации вместе с мамой. У Майи, к сожалению, болезнь ДЦП в результате родовой травмы. И сейчас, в 4,5 года, она до сих пор не ходит, только ползает и ходит за ручки. Вот именно поэтому мы обратились на рождественский марафон с просьбой о покупке велосипеда специального, чтобы можно было и дома заниматься, и на улице, чтобы как можно быстрее она пошла. Стоит от 70 тысяч, и у нас, к сожалению, в семье нет таких денег, чтобы вот, ну, накопить их, допустим, купить не получается. Потому что очень большие средства уходят на лечение, на обувь, на лекарства, на реабилитации, на эти все. Что круглый год нужно заниматься, чтобы какой-то прогресс шел. Занятия на специализированном велосипеде, в приобретении которого мама Майи надеется помогут неравнодушные кунгуряки, поможет развить функции двигательного аппарата и поскорее поставить дочь на ноги, подарив тем самым ей радость общения со сверстниками. Шанс на то, что девочка пойдет, говорит Лейла, есть. И этого с нетерпением ждут все члены семьи. И, конечно же, озорной кот Кекс. Не видит ничего Кекс, и не знает, сейчас догонит его. Пока Майя сидит дома, она таит в душе надежду, что когда вырастет, посвятит себя лошадям, станет наездницей. Ведь лошади – это ее любимое увлечение. Даже коллекция лошадок есть. Самая любимая из них – Снежинка. Игрушку Майя практически не выпускает из рук. Финансовую помощь в покупке специализированного велосипеда для семьи Шишмаковых можно, оказав, стать участником городских мероприятий под эгидой марафона «Подари надежду», а также оставив пожертвование в церковной лавке Тихвинского храма. Торжественное открытие марафона пройдет во Дворце культуры «Мечта» 4 декабря. Дарья Гребнева, Алексей Долгоруков, Михаил Бабушкин, телекомпания «Кунгур».